Дедушка Мирон, теперь я понимаю всю опасность, которая таится в таком, казалось бы, веселом княжестве Разгуляева. Так дурилка означает алкоголь, а дымилка – куренье? Ты все правильно поняла. А некоторые мои сверстники говорят, что все это весело и круто. Но так страшно, как цепи сковали всех людей в харчевне. Все эти как бы невинные увлечения превращаются в пагубные привычки. Они разрушают не только здоровье человека, но и его дух. Делают его рабом пустых удовольствий, сковывая в цепи своих желаний. Это и есть пустые удовольствия, о которых ты говорил? Да. Человек хочет забыться, но получает больную голову. Нервничает и хочет успокоиться, а получает привычку, от которой не может отделаться. Рак легких и вредит своим близким. Ищет приятные ощущения, но получает зависимость, разрушенную психику и разорванные отношения с родными. Дедушка, ну как же быть, если чего-то очень-очень хочется? Неужели нельзя попробовать? Что же делать? Во-первых, Эля, нужно быть крайне осторожным и помнить, что княжество Разгуляева – это одно из орудий врага Бога. Поэтому лучше всего бежать прочь от мест искушений, сверяя свой путь с Библией и настраивая свое сердце, чтобы оно было в гармонии с Богом. Во-вторых, нужно понимать, что дисциплина – это не твой враг, а помощник в достижении значимых целей. Настоящее счастье, а не его иллюзия, только в Боге, потому что Он наш Творец и знает, что нужно для счастья и удовлетворения всех наших желаний. А знаешь, Библия тоже предупреждает человека об опасности пустых удовольствий. Не гляди, что вино рубиновое, что в чаше искрится и пьется гладко. Потом оно, как змея, кусает, жалит, как гадюка. Глаза твои будут видеть странные зрелища, а разум придумывать дикое. Ты будешь, как лежащий средь моря, как спящий наверху мачты. Били меня, будешь говорить, а больно мне не было. Колотили меня, а я и не чувствовал. Когда я проснусь, чтобы снова напиться? Это сказано в книге «Притч» в 23 главе с 31 по 35 стих. Дорогой друг, если ты захочешь получить Библию, то напиши нам на e-mail. Дорогие родители, этот проект осуществляется только благодаря вашей поддержке. Пожертвования вы можете отправить по реквизитам, указанным на экране, или на нашем сайте. Мы благодарны всем, кто поддерживает выпуск новых серий «Страны золотого солнца».